Важнейший принцип процветающего государства – это усердное и эффективное противостояние коррупции. Особенно важно уделять внимание подрастающему поколению, чем активно занимаются представители антикоррупционных ведомств Татарстана. Так, в течение нескольких лет в школах республики прошли более 15 тысяч занятий на тему коррупции. Проблема актуальна и для вузов. Так, несмотря на снижающиеся цифры, в 2015 году преподаватели вузов вошли в тройку лидеров самых коррумпированных структур, по мнению опрошенного населения. Поэтому сегодня мы собрались за круглым столом, чтобы обсудить проблемы наших учреждений среднего профессионального образования, высшего профессионального образования. После этого будет принято соответствующие меры, соответствующие указания. Одной из главных тем обсуждения стало создание единой образовательной программы против коррупции. По мнению экспертов, студенты должны покидать свои альма-матер, не просто зная, что такое коррупция, но и имея возможность успешно ей противостоять на профессиональном уровне. Поэтому так важна не только воспитательная, но и образовательная работа. Диана Вакян, Роман Самарин, Универньюз.